врата закрыты, торговля приостановлена. Спартанцы поджидают добычу. Здесь бдительные стражники. Горшки, горшки, горшки!
Thank you.
Эти статуи прекрасны. Скульпторы, мастера своего дела.
дел.
Если меня тут заметят, будет плохо.
Не стоит заплывать слишком далеко. Лишь бы не заметили. Thank you.
Тут наверняка есть охрана. Покупатель. Приходи еще. Чем могу помочь.
Возвращайся еще. Пусть войска спартанцев стоят у наших стен, но мы должны объединиться ради славы Афин. Слава тебе! Друзья, друзья, прошу! Да, спартанцы рядом, прямо у наших стен. Но зачем же уподобляться им? Сочный плод. Как жаль, что спартанцы сожгли поля, где он рос. Парфенон великолепен, Перикл. Но какова цена? Сколько трирем мы бы могли построить? Сейчас нельзя разобщаться. Мы и так разобщены. Спартанцы побеждают. Кто-то должен действовать, Перикл. О, боги, ты здесь. Все хуже, чем я думал. Клеон собрал толпу. Куда? К Периклу. Назад! Он не угроза для Перикла, уверяю. А, Геродот, все хорошо. Рад вновь тебя видеть. И я тебя. Алексиос. Здравствуй, Алексиос. Нечего сказать? Вот бы всем остальным понимать, что молчание ответ. Перикл, мы... Нужно выбрать момент. Ладно. Мы пришли сюда. Как и все против. Я сказал Алексиусу, что... Ты просишь меня исключить все... Если он станет... Никакой я не... Алексиус, это... И зачем же тебе... У всех свои мотивы. Даже у тебя. Скажи мне, что... Сначала найди моего соратника, Метеоха. Ясно. Моего друга Фидия нужно как можно скорее увезти из Афин. Что-нибудь еще? Да. В городе пройдет остракизм.
ты можешь повлиять на результат. Метеор, ты сказал, он твой сор... Политический союзник. Фидий, известный скульптор. Его собираются судить по множеству обвинений. Остракизм? Тебе скорее знакомо слово «изгнание». Либо софист Анаксагор, либо другой человек. Причина – нечестивость. Хорошо. Не привлекай к себе. Отлично. Пусть это и не само приглашение, но у нас появился шанс. Лишь бы был результат. Приветствую. Ты недавно говорил с моим другом Периклом? С твоим другом? Это политика. Говорят, вполне. Кто говорит? Я слушал вас обоих. Ты готов играть с жизнями людей. Политика? Но я играю ради людей. Политики должны думать о людях. Я не говорю, что Перикл не думает о людях. Тебе от меня что-то нужно? Или мы так... Перикл устраивает пиры для богачей во время осады. Я хочу вернуть власть в Афинах народу, а ты можешь помочь мне. Я работаю за деньги. Я немало знаю об устройстве мира и... Чем я могу тебе... Не мне, Афинам! Прошу, подумай. Я готов убивать спартанцев. Убей их командира, Набиса. Будет сделано. Поверь, для тебя... Спасите, прошу, спасите! Боги, но почему именно с ней? Помоги, уйдешь с ней у меня. Спаси меня, прошу! Ну же, убей змей, пока не поздно! Сами боги пос... Змеи не иди... Но наверняка убил. Помогать тем, кто попал в беду, мой долг. Миру нужно больше таких. Я от Перик. Что за странные шутки? Кого, змей? Злодеев! Зачем это... В эти смутные времена... Ты узнал тех? Перикл попросил меня с... Да? В меня бросали объ... Где мне искать? Я не видел их лиц, но узнал голоса. Я отыщу... Люди на...
Сомневаюсь, что Перикл гордится этой частью Афин. Змеи. Такие же чуть не убили Метеоха. Похоже, задумали это покушение не те, кто напал на Метеоха. Змеиные укусы, и кто-то спрятал тело. Хотя, мне кажется, смерть была случайной. Должно быть, нападавшие живут тут. Ты чего рыскаешь вокруг моего дома? Вы напали на Метеоха. Я нашел змей, письмо от вашего друга и труп. Да, мы знали, на что идем. Не прольется. Нельзя самим вершить правосудие. Теперь мне надо понять, что с тобой делать. Клеон говорит, пора забрать город у элиты. Пора биться. Почему именно змей? Из-за Перик. Я знаю, кто-то дал вам этих змей, вас просто использовали. Настоящий герой Афин. И шавкам Перикла его не остановить. Ты орудие в чужих руках. Скажи мне, где продавец змей? Ладно, ладно. У него лагерь возле города. Еще не поздно все изменить, но нужно действовать вместе. Может, ты и прав, раз уж мы живы. Но с чего начать? Себя. Этот район – ваш дом. Не думайте о политиках. Займитесь тем, что можно изменить. Спасибо. Я избавлю Афина от продавца змей. Найду укрытие. Теперь друзья Перикла в безопасности. Вижу твои дела. Пока опасно. Это были рыбаки. И что ты сделал? Объяснил, в чем. Я рад, что все живы, но... Они знают. Что ж, вероятно, встреча с...
Дальше тебе нельзя. Не часто увидит. Я выполняю приказы. В сторону. Не пускать людей тоже. Может, увидишь Фидия после суда, если ему сохранят жизнь. Слушай, меня прислал Перикл. А меня прислали жители Афины, им нужно, чтобы Фидий умер. У всего есть цена. А сколько у тебя ей? Вот, бери. Этого хватит. Но смешно. Я... Извини, что напугал. Как ты справился с... Тише, я... Надо вывести тебя. Он знает о... Ты про суд? Малака. Значит, Перикл спасает тебя не от суда. Я не знаю, кому доверять. Сначала успокойся. Говорю же, успокойся. Да, конь. Клеон сказал... Клеон говорил обо мне? Вы с Периклом? Наша с ним дружба. Ладно, над... К югу от Афин есть остров Серифос. Там живет... Мне нужны любые... Да, да, конец, стража. Я отвлеку их от... И я понял. Думал, можно просто так убить страж...